Когда мы слышим, что где-то там террористический акт и погибли люди, и, может быть, даже есть их вина, то, что они ввязались в политику, или несчастный случай, обрушился дом, и эта информация почему-то дошла до нас, это для нас предупреждение. Те люди, которые погибли, они не хуже нас и не лучше нас. Это предостережение. Если мы не покаемся, с нами произойдет то же самое. В конце концов, вы могли бы весь вечер слушать концерт Кобзона какого-нибудь. А вдруг неожиданно переключили, а там рассказывают, взрыв, погибло столько-то людей. Просто так ничего не происходит. Если такая информация доходит до наших ушей, мы должны делать вывод. Эти люди не были хуже других людей. Почему взрыв в метро именно в определенном вагоне, именно в определенное время, и погибло несколько человек? Они не хуже нас, не лучше нас, они такие же, как и мы. Но это всегда призыв к нам. Если мы не покаемся, с нами может произойти нечто такое же. Поэтому мы ни в коем случае не должны злорадствовать, что где-то катаклизм, там дом обрушился, землетрясение произошло, или какой-то террористический акт, или там какое-то восстание, там, как на Украине, там Майдан, и сколько людей погибло с той, с другой стороны. Если мы не покаемся, если мы не изменимся, с нами может произойти нечто и даже более худшее.